Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что конфликт на парковке между Асхабом Тамаевым и дагестанским спортсменом Дибиром Махмудовым исчерпан после обращения супруги муфтия Дагестана Айны Гамзатовой. Об этом сообщает РИА Новости. Цитата. Супруга муфтия, уважаемая Айна Гамзатова, обратилась с примирительной речью к Асхабу Тамаеву и Дибиру Махмудову. Она напомнила ребятам о прекрасной кавказской традиции, когда женщина останавливала даже кровную вражду, бросив платок между конфликтующими сторонами. «Я со всей ответственностью заявляю, что после обращения Айны Заирбековны конфликт можно считать полностью исчерпанным», — заявил Рамзан Кадыров. Лицо потихоньку восстанавливается. Конечно, нос кривой стал. Да, он всегда был кривой, и лицо какое-то кривое, искаженное. Но потихоньку восстанавливается. Сейчас я похож на этих алкашей, которые на улице под лицами. Вот. Так все нормально. Вижу вашу поддержку. Реально большое спасибо. Мне реально приятно. Неприятная ситуация произошла, но видя вашу поддержку, все нормально, короче. Так что вот, хорошего настроения, чтобы у каждого было такое же хорошее настроение, как и у меня. Вот, так что всех люблю, салам алейкум. Одна из самых нашумевших новостей последней недели — это ситуация Асхаба Тамаева на парковке, где в ходе диалога ему был нанесен удар. И вот новые подробности дал Асхаб Тамаев в своем аккаунте. Ассаламу алейкум, лицо у меня уже восстановилось, чувствую я себя очень хорошо. Такие удары я пропускал и во время спаррингов, боев. Дибира и двоих хотят посадить на 8 лет. Не вижу причины их сажать в тюрьму. Тем более, с моей стороны не было претензий в органы. Да и в целом, такие ситуации случаются. Я даже не упал от удара. Будь это сильный удар, я упал бы. Дибир, держись. И хоть я блогер и тому подобное, хоть вы нас ненавидите, но мы вас любим. И большая просьба, друзья, не ссорьтесь в комментах. Это всего лишь мелкий конфликт. Ну и как мы видим по данной фотографии, прикрепленным к этому посту, действительно отек спал у Асхаба Тамаева. Но, как мы понимаем, на этом сама ситуация еще не завершена. И посмотрим, как события будут развиваться в дальнейшем. Эй, друг, я хочу рассказать тебе один секрет. Мой товарищ Артем нашел способ зарабатывать 5000 рублей, играя в игру на телефоне. Честно, я и сам не мог в это поверить, пока не посмотрел вот это вот видео. Ведь, как говорится, даже друзьям доверяй, но проверяй. Как оказалось, способ реально рабочий. Но чем больше людей узнают об этом, тем скорее оттуда выкачут все бабки. Поэтому переходи на это видео, смотри, потом спасибо скажешь. Чао.